канале Арчик. И еще надеюсь, что сегодня мы с вами поиграем в игру Майнкрафт. И надеюсь, что сегодня с вами будет встретиться знаменитые маршрутки. Московские маршрутки. Погнали. Но, к сожалению, буду я уже с этой стороны строить самое главное. Так. Итак, нам потребуются свои блоки. Мы сейчас возьмем голубой бетон. Колеса мы с вами сделали, как всегда, из угольного блока. Из серого бетона мы с вами будем делать полосу. Сидеть мы с вами будем делать, как всегда, черный, но у нас черный есть только из полированного чернокамня. Окна с вами будут сделаны из черного стекла. Как там? Ну, на самом деле, мы с вами сейчас изменим свой маршрут, если... Потому что у меня не получится, к сожалению. Ну, что поделать. Самые пассажиры сидят на три блока, мы с вами будем с вами. Ну, специально, я специально вот так вот специально всегда делаю теперь. Начинаю строительство. Ну, вот там моя схема метро, которую я его застроил, там станция Варшавская-то. Которая мне сбросилась на станцию. Так, так пора строить. Пьёсай вот так вот. Так вот делаем. Просто мне должно быть около двух блоков. Так. Дай как-то погромче сделать, конечно, туда. Вот тут два блока собрало. Вот тут у вас будет окна вот такие вот тут с вами. Вот тут с вами будет проход, вот тут с вами будет. Вот тут сам будет проход, а две вот тут вот, потому что... Так, тут мы сами поставим вот это вот стекло. Конечно, мне неудобно строить уже. Только придется когда не двигать эту кадру, я даже не могу построить. Так, пока поставим вот так вот, конечно. Вот мы сами поставим вот тут тоже два блочка. Или можно вот тут сами поставить один блок. Вот тут вот. Я напишу, как построить московскую маршрутку Майнкрафт. И тут с вами один блок должен быть. А вот тут с вами должна быть такая полоса. Вот тут с вами будет тут написано вот такой вот эти линии, вот эти вот. Но мы, к сожалению, с вами их не можем сделать, но... Ну, из табличек тоже не можем. Не специально, я специально. Теперь я буду вот сюда теперь заходить. Это потому, что при того, что был зелёный. Ну да, все время приезжаю, скажу вот так. А там остался буревестник. Туда, то есть какая-то растрёмная. Вот тут сами будет, сами какая-то гигантская маршрутка будет. Пассажиров тут, наверное, с вами. Вот тут сами двери будет. Конечно, что на два блока. Вот тут мы сами сейчас сделаем эту дверь. Он будет сами вот тут находиться. На весь длину будет отсюда. Ну, потому что мы сами сейчас возьмем свой блок вот этот сами из кожи. Тут две мы сами сейчас возьмем. Ну, как это сделать-то? Так. Так. То есть надоело мне уже такое делать. Вот тут сами будет сами, вот пока что тут сами две находиться. А вот тут с вами будет самостоятельно, вот тут сами такая граница. По шуткам, вот тут где-то вот заканчивается-то. Вот тут должна вот тоже так же, вот тут и блока должно быть. Сиденье мы с вами сейчас сделаем где-то. Вот тут мы с вами, вот с вами проход. По ступеньке мы с вами делать, тут с вами будет такой проход. Да, на самом деле не так себе. Потом мы сопоставим. Управлять они будут вот тут с вами, то есть... Один блок тут поставим. Конечно, вот тут сами будет только вот тут. А вот тут надо как-то вот тут расширить. Тогда надо сами. Расширяя, конечно. Вот тут сами должны вот поставить так. Надеюсь, что не получится, потому что так тоже себе как-то переделывать не надо вот тут. Да, вот я неправильно просто сделал, конечно. Ну, сзади я вот поставлю специально тут
Самая граница вот тут. Да, только не уголь. Уголь вообще не совет, до колес. Не просто так. Нет. На самом деле мы ставим вот тут вот. Мне потому что тут как-то краснеет у меня что-то. Нет, давайте вот тут мы ставим два блока поставим, конечно. Ну тут. Там вверх вот тут с вами будет. А там, конечно, что тут с вами будет ничего особенного. Вот тут с вами будут пассажиры сидеть. Пассажиры вот тут с вами будут сидеть, конечно. Вот мы с вами сейчас один блок поставим тут. Маршрутка, наверное, получится красивее. Мы берем сами блок с вами как-то из вот из доски из темного дуба. Баба. Нет, мы найдем с вами вот эти коричневые берем с вами. Конечно. И подумаем, что тут с вами надо доски поставить. Тут. Мы с вами поставим, конечно, доски-то. А вот тут с вами будет подход туда будет подниматься. Ступеньки мы с вами забыли взять из этого блока-то. Конечно, что тут с вами надо как-то пихнуть сюда вот. Ладежный вот так вот. Вот тут с вами будет проход, а вот тут с вами не будет, конечно. Тут с вами поставим, вот тут с вами сиденье, вот тут с вами будет. Вот мы с вами сиденечко поставим. Не, давайте вот тут с вами до конца весь поставим, вот тут. А вот тут с вами сидеть поставим. Конечно, тут с вами в маршрутке сидят мало человек. Но забраться в эту маршрутку не так-то просто. Вот тут мы с вами тоже поставим, конечно, тут блок. А вот тут с вами пока что будет низ сам. Вот тут с вами будет машинист как-то поверху будет тут сидеть. Да и выглядывать тут будет. А вот тут с вами надо как-то поставить тут блок, чтобы тут не видно было нам. Вот тут мы с вами будем сидеть, да и выглядывать. Конечно, что придется, когда мне летать как-то плохо становится. Вот тут придется, когда вот тут с вами класть потолок, на самом деле надо делать. Потому что именно в Ленинградском строительном заводе Магонмашине Егорова там ходили РЖД, это поезда были-то. А вот тут мы с вами делаем все то же самое. На самом деле как-то надо вот это вот так сделать-то. Да не так ты. У меня все время дождь идет. Так, у меня все время перепрыгнуть как-то долго мне все. Лагает-то, мне уже все. Так. Это погоды наядую. Так, мне почему ведь говорит, я вообще не знаю почему. Ну, да. Вот мы с вами должны вот тут поставить с вами без этого-то. Должны вот поставить вот такие блоки. И поднимаем мы с вами этот автобус. Под вершину. Пока что маршрутка вообще какая-то смешная. На самом деле, мы с вами тут тоже два блока должны поставить-то. И вот тут с вами получится какая-то вообще маршрутка, какая-то посмешнее. А вот тут мы с вами сейчас не будем для этого ставить тут с вами для этого колеса. Боже, вот тут с вами тоже поставить стекла. Да, конечно, наверное, что какой-то у нас с вами надо сделать еще один блок специально. На память-то добавить. Да, вот тут с вами один блок добавим. И получилось у нас какая-то вообще маршрутка смешная. На самом деле не получается сделать. Маршрут мы сами, конечно, сделаем, но все, давайте это был самый вымышленный маршруточный маршрут. Берем мы с вами сейчас светящуюся рамку. Первый раз эти блоки в жизни пользуюсь. На самом деле немного лучше, потому что рамка вот должна быть вот так вот, и вот тут даже вот должны поставить вот тут вот это с вами. И логотип. Вот сам логотип мы сами сделаем из обычной рамки. И возьмем мы сами еще какую-то кнопку тут с вами. Но мы с вами не будем пользоваться ней. Маленько что вот так. Вот мы с вами поставим логотип, тут с вами будут машинки. Какая-то кнопка еще маленькая, нам кстати как-то побольше надо что-то взять. Надо дойти. Что мы же можем взять-то? Что-то покрепче. Например, вот это вот около Эндер. Эндер жемчуг можно взять или вот это. Давайте вот это сами сейчас возьмем с вами. Да, только не сюда, только не сюда. Так, сейчас мы с вами поставим вот это с вами, с этой палкой. Конечно, что я эти блоки тоже первый раз пользуюсь-то.
Просто поставил лапку, вот тут логотип. Ну, пока что мне тут непонятно, что мне висит все время. Теперь мне придется, когда я сходя, не придется в инвентаре, мне все время сходя. Как убирайся ты? Что мне делать-то? Что делать? Придется, когда вот сюда блок класть, а потом уже вот в любое место. Так, надеюсь, ты уже, блин. Кнопку пусть лежит пока что. Так. Конечно, что это самое сложное будет тут. Ну вот, пока что почти нас готово с вами. Надо осталось только сделать маршрутку как-то по-нормальному. Фары я добавил. Вот. А сзади нам тоже надо, да, добавить-то. Только они сами, может, покрасить сами из редстоуновых факелов специально. Поставь любую свою кнопочку, вот тут ставил редстоун. Можно даже на один блок еще поднять этот редстоун. И тут сам будет бампер. Да, бампер туда поставил, конечно. Тут сам будет бампер. Да, конечно, что бампер тут и так уже не свободно есть. Ну да, да, тут сам редстоун сзади. Вот тут сам пассажиров мы можем высадить. Вот тут сам вот могут тут управлять-то. На самом деле управлять-то не так-то просто. Вот тут сам будет кабина. А тут сам будет сами еще одна тут кабиночка, вот тут сами. И вот пока что может тут сами. Тут сам будет управлять, а тут будет пассажиры сидеть. И когда скажешь, какая остановка, они зайдут сразу, дверь откроют и закроют, и что капает. На самом деле маршрутка какая-то большая получилась-то. Да. То есть даже сюда никак не заберешься. Ну забраться-то зачем тут, если можно эту табличку поставить-то? Маршрут. Вот тут поставить, сейчас вот тут поставить. Такой сами табличка, вот тут сами. Это сами специальная лестница, чтобы можно подняться было сюда. Так, сейчас поставить только сами маршрут поставить какой-то. Можно сами любой маршрут сделать. Берем самую обычную табличку. Не специально, что тут не вообще непонятно делать-то. Не специально двигаемся с вами туда. И вот тут мы сами сейчас пишем маршрут. Маршрут тут сами, к сожалению, нету. Но маршрут придется вам когда писать по-другому. Это мы сами уберем лестницу-то. Я буду маршрут, это моего города. Давайте вот тут сами напишем. В лбу тут сами. Маршрут у нас какой с вами? Так, вот с вами 211. Вот мы с вами поставим сейчас. Так. Тут с вами мы с вами напишем город Дзержинск. Ну вот тут написал я город Дзержинск. Ну да, вот тут с вами напишем деревня имени Сталин. Ну все написал. Деревня имени Сталина, город Дзержинск. На самом деле, это маршрут 111. Это из игры «Симулятор русских маршрутов 3D 2017». Я его так выбрал. А вот тут бы я сейчас тоже поставил. Тут сами снизу тоже какой-то. И что-то забить. 2, 5, 25, 52, 0, 75, 80, 43. Вот пока что такой свой пароль получился. Так, давайте заново. Это кто вообще тут? 52. Так, 0, 72, 80, 43. Вот все написали. 52, 0, 72. Вот мы за мной написали такой пароль замечательный вот этого шутки. На самом деле маршрутка получилась себе просто идеально шедевр. Она даже как-то далековато двигается, может даже отправиться, она куда-то может. Ну и почему такой маршрут называется, не знаю, почему такой маршрут. Это потому, что это видео называется «Общественный транспорт Москвы». Ну да, это без комментариев. Ну тут сам такой маршрут получился. Ну вот, мы с вами сейчас попрощаемся. И так и сегодня мы с вами поиграли в игру Майнкрафт. Построили мы с вами маршрутку.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. За 3 секунды 3, 2, 1. Мы были на канале Артёбик. До свидания. Пока. До свидания. Пока. До свидания. Всем пока-пока.